Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, мой доклад будет посвящен, первый доклад будет посвящен ультразвуковой диагностике. Я должна вам сказать, что сложности ультразвуковой диагностики будут заключаться особенно в выявлении доброкачественных образований молочных желез, будут выявляться в оценке риска. Ну, этих выявляемых образований. Вообще, наиболее часто образования доброкачественные встречаются все-таки у женщин репродуктивного возраста. Они имеют клиническую характерную картину. Это пальпируемое, мягкое, эластическое, хорошо смещаемое образование. И имеют некую стабильность в динамике наблюдения. Так вот, наша с вами задача, как ультразвуковых диагностиков, определить и разделить эти доброкачественные выявляемые образования на две группы. Это, безусловно, доброкачественные образования, которые никогда, ни при каких условиях, мягко сказать, не перейдут в злокачественные. И пограничные, которые имеют риск, имеют тенденцию, имеют возможность перейти и озлокачествиться. Ну, вот в данном случае, безусловно, доброкачественным образованием являются простые или типичные кисты, простые фиброаденомы, спектр жиросодержащих образований доброкачественных и такие доброкачественные образования, как абсцесс и гематома. К пограничным мы можем отнести сложную или атипичную кисту, сложную фиброаденому, филоидную опухоль и различные папиллярные разрастания внутрипротоковые. К доброкачественным образованиях, которые, безусловно, имеют, можно отнести к безусловно доброкачественным, которые не имеют риска злокачествления, они описываются, используя терминологию, доброкачественную терминологию, классификации BI-RADS. И в заключение мы выставляем категорию BI-RADS-2. Какие это термины? Это форма, она может быть круглая или овальная, контур или край, он, как правило, четкий, пространственная ориентация – это горизонтальная или параллельная коже, эхогенность может этих образований быть различной в зависимости от того, что это за образование, акустические эффекты также чаще всего – это дистальное усиление, либо в разной степени выраженности. Кальцификаты. Кальцификаты будут крупные, типичные, доброкачественные. Васкуляризации это могут быть либо васкулярные, либо перинодулярные кровоток, либо интранодулярный или смешанный. Эластичность – это, как правило, мягкая или средней жесткости образования. Ну и влияние на окружающие будет, ткани будет обусловлено масс-эффектом, объемным воздействием. Это будет либо смещение, либо компрессия окружающих тканей. Ну, рассмотрим, какие, безусловно, доброкачественные образования. Это, прежде всего, простые кисты. Это кальцифицированные фиброаденомы. Это фиброаденомы без динамики размера в течение 2 лет наблюдения. Это сосудистые кальцификаты, различные макрокальцификаты. Это интрамаммарные лимфатические узлы. Это постхирургические различные изменения молочных желез. Это, конечно же, импланты и все осложнения, которые связаны с наличием имплантов, они тоже будут относиться к, безусловно, доброкачественным. Это жиросодержащие образования, такие как масляные кисты, липомы, галактоцели, гомартомы. Это различные варианты двухсторонней или односторонней лимфоаденопатии. Она может быть реактивная или воспалительная. Ну и абсцессы, гематомы. Я не буду останавливаться на широко известной ультразвуковой диагностике кист или фиброаденом, потому что вы все их это прекрасно знаете. Мы лучше сэкономим время и оставим это на более сложные варианты. Но хотела бы единственное показать два состояния, которые последние, которые ультразвуковая картина которых не специфична. И как раз если только опираться на ультразвуковую картинку, то здесь как раз вы можете отнести их не только к доброкачественным, вы можете либо отнести их к категории
Меркурий Байрац-3 пограничных, да, либо вы можете даже отнести их и подозревать злокачественную природу этих образований. В этом случае очень важна клиническая составляющая, потому что как гематома, так и абсцесс являются очень яркими клиническими состояниями. В случае гематомы у нас есть факт травмы, да, это может быть либо прямая травма, либо хирургическое вмешательство, состояние после биопсии, после ушиба. Также может возникать гематома и спонтанно у пациентов, которые принимают препараты, особенно у пациентов с коагулопатией. Еще раз подтвержу, что ультразвуковая семиотика, если мы будем использовать термины, то она будет достаточно отличаться от эхосемиотики типичной или простой фиброаденомы или типичной или простой кисты. И она, вы будете использовать термины не только доброкачественного характера, но вы будете четко знать, что это состояние, это образование, которое вы видите в молочной железе при ультразвуковом исследовании, будет относиться к доброкачественным изменениям, потому что эти изменения вы будете видеть и будете знать клиническую составляющую, что они возникли в молочной железе после травматического воздействия. А абсцесс молочной железы также возникает как осложнение мастита, и чаще у женщин в период лактации все-таки, и также существенную роль играет клиническая картина. Мы видим, как яркие клинические проявления, женщина активно предъявляет жалобы, она активно приходит к вам на исследование, активно жалуется, указывая зону поражения. И, собственно, ультразвуковая диагностика сводится к тому, чтобы исключить или установить диагноз. Но, учитывая яркую клиническую картину и даже не совсем доброкачественные признаки усиления кровотока, гиперваскулярный эхогенный ободок по периферии, неоднородную структуру образования, неправильные нечеткие контуры. То есть это все, безусловно, недоброкачественные признаки. Но используя даже эти недоброкачественные признаки и термины в ультразвуковом описании, да, в протоколе исследования, вы четко все равно будете знать, что это характеристики абсцесса. И несмотря на использование вот этих злокачественных признаков, вы все равно в итоге в заключении поставите категорию Байрац-2, потому что в данном случае у вас будет происходить корреляция как не только эхографические признаки, но и клиника эхографической картины. Жиросодержащие образования, они бывают различные, это и липомы, и ангиолипомы, и гамартомы, и липогранулемы, или олигранулемы, по-разному их называют. Это все образования, содержащие жировую ткань. Ну, образования, содержащие жировую ткань, они, соответственно, тоже имеют низкий потенциал злокачественности, отсутствие даже, я бы сказала, такого потенциала злокачественности. И если мы говорим о стандартной липоме, то это образование, которое схоже по своим эхографическим признакам с жировой клетчаткой. Если мы говорим о ангиолипоме, то мы знаем, что оно, это образование, которое мы наблюдаем в подкожной жировой клетчатке с повышенной эхогенностью. Но что касается липогранулем, то это как раз хамелеон, который может, образование хамелеон, который может проявляться по-разному. И не всегда, опять же, так же, как в случае гематомы или абсцесса, это образование не всегда мы будем описывать, используя доброкачественные признаки. Однако, при этом у нас будет факт клинического анамнеза, то есть мы будем знать, что в анамнезе у данных пациентов либо был факт травмы, либо это было операционное воздействие, либо это был липофилинг, и, собственно, эти липогранулемы мы будем наблюдать с вами в зоне интереса данных. Что же делать с такими пациентами с, безусловно, доброкачественными образованиями? Ну, конечно же, мы наблюдаем, причем период наблюдения мы не
уменьшаем, то есть мы наблюдаем не реже раза в год. Лечение, если требуется, особенно в плане гематомы или абсцесса, или других заболеваний, образований, мы делаем, лечим эти образования и в дальнейшем наблюдаем. Ну и при необходимости, конечно же, гистологическая верификация. То есть вот эти три кита, которые мы выполняем, которые мы можем рекомендовать пациентке после того, как мы поставили категорию BI-RADS-2. Теперь перейдем к доброкачественным пограничным образованиям. Здесь в описательной картинке этих образований уже будут использоваться не только доброкачественные термины, лексикон классификации BI-RADS, но и злокачественная терминология может тоже быть использована. И, соответственно, в заключении мы уже будем выставлять категорию BI-RADS либо 3, либо 4А. И, собственно, в нашем случае нам важно, чтобы оценить степень озлокачествления этих данных образований. И если это высокий риск злокачественности повышается, то вовремя рекомендовать какое-то назначить хирургическое, допустим, лечение. Ну, если мы к форме обратимся, то добавляется неправильная форма, контур и край может быть нечеткий, мелкодольчатый, структура может быть как однородная, гомогенная, так и гетерогенная, могут быть усиление васкуляризации, она может быть как перинодулярная, так и интранодулярное, эластичное – это образование, как правило, средней жесткости, ну и влияние на окружающие ткани, несмотря на то, что это пограничные, но это доброкачественное образование, поэтому, безусловно, здесь также будет влияние в виде объемного воздействия, компрессии, либо смещения. Ну, что мы отнесем к пограничным доброкачественным образованиям? Это сложные кисты, это кластер микрокист, это типичные фиброаденомы, которые впервые выявлены без анамнеза. Это атипичные фиброаденомы, филоидные опухоли, внутрипротоковые папиллярные образования, папилломы и цистодены папилломы. Ну, признаки сложной кисты – это и утолщенная стенка, и наличие более толстых перегородок, это и неоднородное содержание с эхопозитивными включениями, это и усиление васкуляризации по периферии, это и неправильная форма, нечеткость контуров, это эхопозитивный ободок при перифокальном воспалении. То есть мы используем в описательной картине различные и даже злокачественную терминологию. В этом случае мы ставим категорию BI-RADS-3 и уменьшаем период наблюдения, либо верифицируем данное образование. Отдельно я хотела бы остановиться на сложных кистах с солидным разрастанием. Здесь риск злокачественности будет возрастать в зависимости от объема или соотношения кистозного и солидного компонента. И посмотрите, если первый и второй тип, где риски, в общем, тоже не маленькие, но они все-таки меньше, чем в третьем и четвертых вариантах, то мы видим либо не видим вообще солидного компонента, мы видим только утолщенные стенки и перегородки, это тип А, тип 1. В другом случае мы видим единичные или множественные мелкие узловые образования. И посмотрите, критерий злокачественности по Бергу возрастает до практически 17%. А третий тип наиболее опасный в этом плане, наиболее склонный к злокачествлению, где критерий злокачественности больше 60%, это когда мы видим практически равное соотношение кистозного и солидного компонента. Ну и четвертый тип, где свыше 40% критерий злокачественности, это когда мы видим преобладание солидного компонента. Поэтому вот эти критерии злокачественности позволят нам определить правильную тактику лечения.
Сложные фиброаденомы. Сложные фиброаденомы также возникают у пациентов, чаще всего все-таки это старшая возрастная группа, это уже женщины предменопаузального периода, все-таки для репродуктивного возраста характерны типичные фиброаденомы, но тем не менее сложные фиброаденомы могут встречаться и в раннем возрасте. Это, как правило, небольшие по размерам фиброаденомы, они могут иметь неправильную форму, они обязательно будут сопровождаться наличием склерозирующего аденоза и атипичной эпителиальной гиперплазии эпителия. И, конечно, здесь будут и кальцинаты, причем кальцинаты мелкие, атипичные, которые характерны больше для злокачественных образований. Они будут иметь усиление васкуляризации, и мы будем иметь усиление васкуляризации не только по контуру образования, но и интранодулярные или смешанные типы васкуляризации. И, конечно же, в этих случаях мы будем выставлять категорию BI-RADS-3, мы будем оценивать тот риск, а риск злокачественности, посмотрите, он будет практически в 3-4% случаях выше, чем популяционный, поэтому в этих случаях эти фиброаденомы необходимо, конечно, верифицировать и, возможно, принимать более активную тактику в их ведении и лечении. Филоидная опухоль – это тоже опухоль, к счастью, редко встречающаяся, но очень быстро растущая, и риск злокачественной этих опухолей возрастает с увеличением размеров данной опухоли. Наиболее характерным признаком филоидной опухоли – это наличие кистозных внутриузловых кистозных включений, которые могут иметь либо овальную округлую форму, либо в виде таких щелевидных образований. При этом мы будем видеть усиление васкуляризации, при этом мы будем видеть образование средней жесткости. И это тоже в использовании описательной картины мы будем использовать злокачественные термины. Доброкачественные папиллярные образования, они все имеют риск озлокачествления. Этот риск озлокачествления от 1,5 до 2%. И к ним будут относиться как внутрипротоковые папилломы единичные, так и винильный папилломатоз, цистоденопапилломы. Все это будет относиться к папиллярным образованиям молочных желез, которые, несмотря на свою доброкачественную природу, имеют повышенный риск злокачествления. Соответственно, тактика ведения данных пациентов более активна, чем у, безусловно, доброкачественных пациентов. Итак, что же мы должны делать, когда мы видим вот доброкачественные пограничные заболевания? Ну, во-первых, мы выбираем краткосрочное наблюдение. Если пациентка активно отказывается от биопсии, от хирургического лечения, то мы ее наблюдаем в более короткие сроки. Сроки наблюдения 6 и 12 месяцев. Да? Мы выставляем, мы с вами говорили, категорию BI-RADS-3. И эта категория как раз подразумевает краткосрочное наблюдение. Ряд пациенток будет соглашаться на лечение и дальнейшее наблюдение, безусловно. Это, безусловно, гистологическая верификация, потому что категорию BI-RADS-4A, которую мы можем поставить, где риск злокачественности будет все-таки выше, чем в категории BI-RADS-3, это подразумевает гистологическую верификацию. Ну и, конечно же, у этих пограничных состояний, безусловно, необходимо дообследовать на предмет окружающих тканей, на предмет состояния окружающих тканей, потому что, как правило, я еще раз говорю, вот эти пограничные ситуации, все атипичные фиброаденомы, филоидные опухоли, они происходят, как правило, на измененном фоне. Это на фоне атипичной гиперплазии. А мы на предыдущие докладчики нам отчетливо показали, что атипичная гиперплазия, она может ассоциироваться и с раком инситу, и даже с инвазивным протоковым раком. Поэтому необходимо дообследование в виде магнитно-резонансной томографии,
томографии, компьютерной томографии или рентгеновской маммографии, но уже с контрастным усилением. Таким образом, сложность диагностики доброкачественных очаговых заболеваний молочных желез у женщин репродуктивного возраста заключается в определении степени риска злокачествления пограничных образований. С использованием мультипараметрического ультразвукового исследования для выбора адекватной тактики наблюдения и лечения. Спасибо большое.